Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Помощник в решении домашних заданий. Номер 10. Урок 33. От полудня до настоящей минуты прошло 13:48 суток, который теперь час. Одни сутки – это 24 часа. Если 24 умножить на 60, то мы узнаем, что в одних сутках 1440 минут. 24 умножили на 60. 1440 разделить на 48 и умножить на 13. Мы узнаем, что 390 минут прошло от полудня до настоящей минуты. 390 минут – это 6 часов и еще 30 минут. 390 разделили на 60. Ответ – сейчас 6 часов 30 минут вечера. У вас возникли вопросы? Оставьте свои комментарии под видео.